Енисейская полиция проводит проверку по факту повреждения поклонного креста, который стоял на въезде в Лесосибирск. Православный символ, сделанный из дерева, кто-то спилил, а вместо него поставили бутыль с елью. Крест же оставили лежать на земле. Сейчас он находится на территории Крестовоздвиженского собора в Лесосибирске. Поклонный крест был установлен на Бурмакиной горе осенью 2015 года по инициативе лесосибирских верующих. Как сообщается на сайте Енисейской епархии, это было сделано в честь тысячелетия представления, то есть кончины святого равнопростольного князя Владимира. В общем же, устанавливать кресты на въездах в населенные пункты – это древняя традиция, которая возрождается в современной России. Лесосибирские православные тоже решили таким образом укрепить веру, и разбираться в происшествии приходится енисейским полицейским, поскольку спиленный крест стоял за границами Лесосибирска, то есть на территории Енисейского района. Сам крест не поврежден. Он просто был спилен на уровне земли и находился на месте совершенного правонарушения. Нами квалифицировано это деяние как мелкое хулиганство. В настоящее время проверка проводится в рамках действующего законодательства об административных правонарушениях по статье 20.1 «Мелкое хулиганство», предусматривающее ответственность от 500 до 100 рублей в денежном выражении и до 15 суток ареста. В настоящее время лица не установлены, проводятся мероприятия по их установлению. Хотел вот сразу же обратиться к гражданам, жителям городов Лесосибирск, Енисейск. Если есть какая-либо информация о тех лицах, которые совершили это противоправное деяние, обращаться по телефону 02.